Я считаю, что это уникальный сплав, достаточно мощный, свободный в плане художественного, да, самовыражения ну и вообще свободы внутренней, то, с чем у нас сейчас большие проблемы. И вы делаете это очень смело. Я даже готова поверить в то, что у нас есть демократия, да, когда я вижу такие спектакли. Артишок демонстрирует это все в течение долгих лет. Вот меняется состав, меняются постановки, но не меняется дух театра. Мне кажется, всегда хорошо пробовать новые пространства. Вас это обяжет к новым идеям, к расширению собственных возможностей, каких-то границ внутренних, уже не говоря о том, что театр будет выглядеть по-другому и большее количество народа сможет к вам в зал зайти. Я верю в вас просто, вот так, наверное, правильно будет поставить вопрос. Я верю в вас как в состав актеров и режиссеров, я верю в вас как людей, я верю в вас как вот в этот совершенно правильный, честный, мощный сплав. Я просто узнаю, что у вас новый спектакль, и я приду.